президент Азербайджана Ильхам Алиев. Хотя Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в Праге и Сочи в 2022 году, она все еще не вывела полностью свои войска с территории Азербайджана. В Карабахе остаются незаконные армянские формирования и криминальные элементы. Армения также уклоняется от обязательства открыть Зангезурский коридор. Таким образом, Армения грубо нарушает заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, и должна нести за это ответственность. После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации в 2020 году Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы на этих территориях. Азербайджан возвращает жизнь на обширные территории, полностью разрушенные Арменией. Мы с нуля отстраиваем 9 новых городов и на первом этапе более 300 сел и поселков. Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного восстановления, проводимого национальным правительством за счет собственных финансовых ресурсов. В 2021-2022 годах азербайджанское государство потратило около 4 миллиарда долларов на работы по восстановлению на освобожденных территориях. А в этом году мы планируем выделить средства в размере не менее 1,7 миллиардов долларов.